Всем привет! Сегодня поднимаемся гора Кинжал, один из 17 локалитов Кавказских минеральных вод. Эта гора практически уничтожена, остался невысокий пьедестал, а прежняя высота горы была 506 метров. Ноября, утром морозец, холодно, погодка опять благоволит. Горы как таковой нету, она разрушена, много легенд по поводу горы Кинжал. У нас рядом здесь аэропорт, минеральные воды, и такая легенда гласит, что когда-то в нее врезался самолет. Из-за этого гора разрушилась. Вот так. Ну, мы же не легких путей не ищем. Надо подниматься через терни. Гора Кинжал, один из 17 локалитов Кавказских минеральных вод, практически
вся она уничтожена. Остался невысокий пьедестал, а прежняя высота горы 506 метров. Утро, 10 ноября, морозно. Мой 16-й локолит Кавказских минеральных вод. Погода сегодня чудесная. Гора Верблюд, гора Бык, красавец Эльбрус виднеется. Такая гора, полуразрушенная, но утром подниматься — это кайф.